Итак, всем привет, и у нас здесь итоги Арнольд Классик 2017 года. Седрик Макмиллан, чемпион Арнольд Классик 2017. Собственно, об этом и было известно уже до начала самого турнира. Второе место также очень предсказуемо занял Даллас Маккарвер. Настоящего противостояния между этими двумя спортсменами не получилось. Судьи были едины в своих решениях и поставили спортсменов на первое и второе место единогласно. Что касается Виталия Фатеева, увы, он лишь 9 из 10. А 10-м стал некто иной, как Уилл Харрис. Точно угадав его место в итоговом протоколе, если говорить о том, кто действительно порадовал неожиданно высоким результатом, то это Макс Чарльз, ставший в итоге третьим. Конечно, больших высот в профессиональном бодибилдинге достичь ему вряд ли удастся, в силу очень специфического телосложения, тем не менее, не уважать этого спортсмена за упорство нельзя. Лионель Бейек, полная противоположность Максу Чарльзу. Очень подходящие пропорции, крепления и округлость мышц, но, увы, не доведен. Кажется, ему, как никому другому, следует посетить Кувейт месяцев так на 6. Не очень хочется говорить это, но результат Арнольд Классик среди профессионалов в этом году на редкость предсказуемый. Атлетов уровня первой шестерки Олимпии не было. В номинации инвалидов-колясочников, в которой участвовало 7 спортсменов, победу одержал Гарольд Келли. В пляжном бодибилдинге Райан Терри. В фитнес-бикини чемпионкой стала Анжелика Тейшейра. Самым сильным же человеком был признан Брайан Шоу. Конечно, порадовали российские девушки. Екатерина Лаптева стала абсолютной чемпионкой среди любителей в номинации фитнес-бикини. Перед этим выиграв категорию до 170 см. Тамара Шеметун стала чемпионкой в ростовой категории до 167 сантиметров. Юлия Лен стала второй категории до 163. А у Анастасии Золотой серебряная медаль в категории до 150 сантиметров. Ой, прошу прощения, до 159 сантиметров. А то еще это как-то уже планочку совсем опустил по росту. Вот такие вот у нас результаты Арнольд Классик 2017.